В одном из наших выпусков мы рассказывали о фронтовике Ахате Епарове, который 7 ноября отметил свое 99-летие. Съемочную группу удивило очень скромное отношение ветерана Великой Отечественной к собственным наградам. Он прошел всю войну и был удостоен десятков орденов Красной Звезды за отвагу и освобождение советских городов от фашистов. Медаль Ахат Аскарович хранил в обыкновенном целлофановом пакете. Сегодня с небольшим опозданием ко дню рождения корреспонденты доставили подарки долгожителю. Более достойное хранилище для регалий. Это от Ангарского военкомата. Ой, спасибо большое. Я уже не ожидал ничего. Спасибо вам за это. Ну что ожидать, время прошло, праздник прошел, года ушли тоже мои. Вот. Спасибо, что не забыли, приехали. Вместе с подарками пожелания здоровья и долгих лет жизни, а также намерение встретиться в следующем году, когда Ахат Аскарович Епаров будет праздновать свой вековой юбилей.